Крупный форум «Инновационное предпринимательство Витебской области от малого к великому» прошел в нашем городе. О профилактике, причинах и признаках сахарного диабета медики напомнили в рамках Международного дня борьбы с диабетом. На открытом первенстве города Витебска по дзюдо определили лучших спортсменов 2005-2006 годов рождения. Магазин «Индийская сказка» объявляет о скидках до 50%. Представители малого, среднего и крупного бизнеса, исполнительной и законодательной власти Беларуси, объединений предпринимателей и международных организаций приняли участие в международном форуме «Инновационное предпринимательство Витебской области от малого к великому». Впереди всего идет идея, потом она обрастает какими-то финансовыми инструментами, и в конце концов это получается фирма. Фирма, которая продвигает свои мысли, идеи в будущее, воплощение проекта. Поэтому мы рады быть площадкой для такого симпозиума между наукой, образованием, коммерцией. Одной из главных тем форума стало обсуждение среднесрочных перспектив развития предпринимательства с точки зрения государства. Бизнес-инициативы имеют большой потенциал продвижения и роста. Для его реализации важен контакт с властью. Международный форум уже не в первый раз становится площадкой для открытого диалога. В этом году актуальные вопросы развития предпринимательства были обсуждены в ходе пленарного заседания. Оно стало центральным событием форума. В пленарном заседании приняли участие представители министерств и ведомств Республики Беларусь, бизнесмены из Беларуси, России, Польши, Латвии и Китая. В результате встреч подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Подписание соглашений между корпорацией Фухуон Китайской Демократической Республики и руководителем первого кластера, пивоваром Леонидом, Михаилом Леонидовичем, состоялись. Результаты абсолютно уверены по совместному сотрудничеству в фармамедицинском направлении состоятся скоро. Подписаны соглашения между Центром маркетинга и бизнес-клубом Смоленска по совместному сотрудничеству привлечению бизнеса в регионы. Также система образования со стороны системы образования Лоди и нашим колледжем также состоялось подписание. Будем уверены, что это пойдет на пользу образовательной системы Витебской области. Мы очень благодарны и дорожим этим сотрудничеством, потому что это нам приносит, нашим предпринимателям, новые соглашения, новые контракты, дает новый импульс к развитию бизнеса. И очень надеемся, что вот это мероприятие, как одно из тех наших мероприятий, в которых мы всегда участвуем, рады участвовать, принесет тоже обязательно новое, не только нашим предпринимателям, но и вашим тоже. Достигнуты договоренности о реализации международных проектов. Между руководителями учреждений образования Витебской области и руководителем комплекса среднеспециальных учебных заведений Лодзи, Польша, и между первым белорусским медико-фармацевтическим кластером и корпорацией Фухуа из Китайской Народной Республики. Его результатом станет создание белорусско-китайского центра традиционной медицины в Витебске. На данном форуме представляем первый в Республике Беларусь медико-фармацевтический кластер. Он называется «Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных компаний, медицина, фармацевтика, инновационные проекты». Данный тип организации субъектов хозяйствования для нашей страны на данный момент является новым. К сожалению, пока мы единственные, но во многих странах мира он уже показал свою эффективность. По своей сути, данный союз – это коммуникативная платформа. Основная ее цель – это выявление основных приоритетов участников, в данном случае это медицинских фармацевтических производителей, и усиление компетенции всех за счет развития науки, образования и производства. Диалог продолжился на дискуссионных площадках. Актуальных тем для обсуждения было немало. Среди них законодательное обеспечение и развитие инфраструктуры предпринимательства, развитие промышленного и инновационного бизнеса, преодоление административных барьеров, финансово-кредитная поддержка со стороны государства. Финансовый сектор представили Белагропромбанк, Альфа-банк, Приорбанк, Белвнешэкономбанк, Белгазпромбанк, МТ-банк. Благодаря таким мероприятиям государственная поддержка, она становится более популярной. Субъекты получают информацию о мерах и инструментах государственной поддержки, имеют возможность профинансировать свои проекты. Проведение данного мероприятия очень полезно для нашего бизнеса.
с точки зрения поиска новых контактов, новых партнеров, выхода на новые рынки сбыта, внедрения инноваций в производство, а также для организации диалога бизнеса с местными органами власти. Всегда важным событием форума стала работа контактно-кооперационной биржи и консультационного центра для бизнеса, где участники и начинающие бизнесмены могли получить компетентные консультации и наладить деловые связи. Я как руководитель частного бизнеса нашел для себя много положительных моментов в части дальнейшего развития сотрудничества с регионами, ближайшими с Витебской областью. Вот. И хочу сказать огромное спасибо организаторам данного мероприятия за столь колоссальный труд и поддержку, которая, я надеюсь, поможет нам в дальнейшем развитии. Особое внимание организаторов традиционно направлено на продвижение молодежного предпринимательства. В рамках форума прошли тренинги для школьников и награждение авторов лучших молодежных инновационных бизнес-проектов. Организаторами форума выступили Витебский областной исполнительный комитет, Витебский городской исполнительный комитет, Оршанский районный исполнительный комитет и Витебский областной центр маркетинга. Стремительный рост числа страдающих сахарным диабетом во всем мире специалисты называют неинфекционной эпидемией. Ежегодно заболеваемость диабетом увеличивается на 5-7%, а каждые 15 лет удваивается. В 145 странах мира в рамках Дня борьбы с диабетом проводятся образовательные мероприятия, чтобы напомнить населению о заболевании, его формах, профилактике, причинах и признаках. Прошли они в Витебске и во всех крупных городах области 13 и 14 ноября. У каждого желающего в эти дни есть возможность бесплатно определить уровень глюкозы в крови. Своевременную диагностику врачи называют главным условием успешной терапии. Есть определенный контингент людей, которые могут заболеть сахарным диабетом. И если мы заранее их проверяя, увидим, что есть такие вот повышения глюкозы крови, то, естественно, это диета, физическая нагрузка, это правильный образ жизни, и мы можем или вообще предотвратить заболевание, или же отодвинуть его как можно дальше для того, чтобы потом уже не лечиться специальными препаратами. Доктора Витебского областного эндокринологического диспансера ежегодно выявляют сахарный диабет более чем у 3000 витеблян. Это не учитывая тех пациентов, которые поставлены на учет с нарушением углеводного обмена. Контроль над их состоянием помогает предотвратить развитие болезни. Неуклонное распространение диабета – не единственная проблема. В последнее время заболевание молодеет. Каждый год в нашем городе болезнь диагностируют почти у полусотни детей. Причину этого медики во многом видят в наследственности. Мы всегда говорим, что если в анамнезе есть у вас кто-то, близкий родственник, больной диабетом, нужно обязательно обследоваться самим, обследовать детей, очень строго за этим следить. У детей стрессовые ситуации часто дают, то есть есть такие моменты, когда ребенок испугался чего-то, да, стрессовая ситуация, он вот выявляется через несколько дней повышенный сахар. Есть такие моменты, когда мы наблюдаем, что очень много выявляется детей после вирусных инфекций. Чтобы успешно справляться с заболеванием, страдающие сахарным диабетом должны обладать определенными навыками самопомощи. Именно для этого пациенты проходят обучение в школах диабета. Формироваться школы начали в начале прошлого столетия. На сегодняшний день в нашей области их 42, во всех районных центрах и крупных городах региона. И именно обучение дает возможность предотвратить, правильно проводить лечение. Ведь пациент в домашних условиях проводит серьезное, сложное лечение. Ну, это можно назвать самолечением, но это такое осознанное, контролируемое самолечение, которое проводит пациент самостоятельно. И без обучения принятие решений, сколько уколоть инсулина, как, сколько съесть, как вести себя после нагрузки, как вести себя в случае тяжелых заболеваний или не тяжелых, банальной простуды. Пациент должен быть обучен, и только обучение, ну, совместно с лечением создает хороший эффект. Сахарный диабет – неизлечимое заболевание, но соблюдение рекомендаций врача, здоровый образ жизни, диета и правильные физические нагрузки могут значительно улучшить качество жизни пациента. На помощь приходят и разработки ученых, новейшие аппараты, облегчающие диагностику и помогающие более точно подобрать необходимую терапию. Аппарат для исследования гликированного гемоглобина.
Гликированный гемоглобин – это показатель, отражающий, как вел себя сахар крови пациента в течение 3 месяцев предыдущих исследований. Учитывая, что сахарный диабет – это болезнь, которая очень часто протекает скрыто и выявляется, когда она становится очевидной, уже лет через 5 или даже больше после того, как она начинается, этот показатель неоценим в исследовании, выявлении сахарного диабета. Риску заболевания сахарным диабетом подвержено большинство жителей больших городов. Поэтому медики напоминают, каждому человеку хотя бы раз в год необходимо сдавать кровь на сахар. День борьбы с сахарным диабетом – хороший повод для этого. Открытое первенство города Витебска, посвященное 70-летию Великой Победы, прошло в нашем городе. Более сотни дзюдоистов 2004-2005 годов рождения встретились на татами, чтобы определить лучших. В соревнованиях приняли участие 96 юношей и 12 девушек из Витебска, Лепеля, Докшиц, Ушач. Дзюдо, как вид спорта, активно развивается практически во всех регионах области. В Витебской области у нас 9 регионов. 9 регионов развивает этот вид спорта. 9 регионов. Вот. На первенствах мира участвуют до 120 стран мира. Вот. Поэтому очень популярен. Он где-то выступает, может быть, в футболе чуть-чуть. В секции по дзюдо принимают всех желающих, но настоящий успех приходит только к трудолюбивым спортсменам. Павел Литвинов занимается борьбой уже 4 года. Он стал чемпионом первенства в своей весовой категории. На достигнутом юный дзюдоист не останавливается, ставит для себя очень высокую планку. Я хочу стать чемпионом мира по дзюдо. Двукратным супертяжелом весе. В первую очередь здесь растят здоровое поколение граждан. Но у спортивной школы есть и опыт воспитания дзюдоистов высокого класса, которые достойно представляют нашу страну на мировых первенствах. Сегодняшним ребятам есть с кого брать пример и в большом спорте. Я могу назвать Жураеву, я могу назвать Захаренко, я могу назвать Босенкова, я могу сейчас назвать Муките, который вот сейчас на прошедшем здесь первенство Европы и мира, он завоевал бронзовые медали. Победителями первенства города Витебска в разных весовых категориях стали Крученков Эрик, Литвинов Павел, Шпока Артем, Хаткевич Егор, Грачев Иван, Чурсина Анастасия, Буевич Дарья из Витебска, Малах Максим, Бровка Иван, Коваленко Илья, Тихоненок Анна из Ушач и Лаврев Иван из Лепеля. Следующим крупным соревнованием для юных дзюдоистов станет открытый областной турнир памяти мастера спорта СССР Владимира Гракова. Традиционно в нем примут участие также спортсмены из России. Экологически чистые продукты, косметика из натурального сырья, мази и кремы на натурально-гималайских травах. Огромный выбор полезных специй. Если вы еще ни разу не заходили в индийскую сказку, самое время сделать это. Ведь именно сейчас в магазине действуют скидки до 50%. В магазине «Индийская сказка» можно приобрести здоровые продукты и натуральную косметику, сувениров и другие товары из Индии, Тибета, Таиланд и Сибири. Также у нас продаются природные латексовые подушки из Шри-Ланки, вкусный настоящий чай из Гималаев, кристаллический солевой светильник, который инерисует и чистит воздух от микробов и аллергенов. Перечислять то многообразие уникальных качественных товаров, которые вам готовы предложить в индийской сказке, можно бесконечно. Но если вы хотите создать атмосферу этой загадочной страны в своем доме, на кухне, в ванной, вы найдете для этого все. Спешите воспользоваться уникальными предложениями магазина, и вы не будете разочарованы. Мы ждем вас. Приходите, радуйте себя и своих близких. Магазины сети «Индийская сказка» находятся по адресу: бизнес-центр «Марка Сити» и торговый центр «Беларусь».